Выставка творческих работ ангарчан пожилого возраста проходила накануне в Дворце ветеранов Победа. Авторы представили более 100 экспонатов в разных техниках. Одна из участниц выставки Мария Анохина делится своим мастерством с подрастающим поколением. Рукодельница проводит мастер-классы в детских домах и интернатах. Навязала много детям, которые без попечения родителей, шапочки, шарфики, и все подарила. Очень дети довольные и называют меня мамой. Мама нам душу согрела, мама нам ласку дала. Вот так мне говорят. Есть у меня тетрадь отзывов. Я работала и в лагерях, давала детям, преподавала детям берестяные дела. Всех участников выставки наградили благодарностями и почетными грамотами.